Обращаю внимание российских политических деятелей, госслужащих и так званых журналистов. Согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, ответственность наступает не только за совершение геноцида, а за соучастие и подстрекательство к нему. Так что все те, кто сейчас отрицает геноцид России в Украине, кто перекручивает факты, кто сочиняет сказки, избежать вам ответственности за это не удастся, потому что вы сейчас соучастники. И я думаю, наказание не заставит себя долго ждать.